В Темиртау началось празднование Нового года. В течение 3 дней по городу ездил яркий длинномер со светящейся вывеской «Темиртау с Новым годом» и музыкальным сопровождением. Акция прошла, чтобы поднять настроение жителям и создать праздничную атмосферу в городе. Длинномер не только проехал по всем районам города, но и останавливался в многолюдных местах с небольшой праздничной программой. Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои танцевали, развлекали детей и поздравляли всех с наступающим Новым годом. Кристина Кириченко, Арман Аблахасымов, Игорь Евстигнеев. Новости Темиртау.